Погнали. Руби. Играй. А где-то табурет. Не прислал? Ладно. Ну вот против табуретки. И меня еще смотрит, смотрите, на фоне нахуй. Спалили контору. Погнали. Оп-оп. Так. Нормально сыграл. Сразу нападать надо было. На Рылгане. Сейчас нельзя идти. Ты же прыжок сделал. Если сюда идешь, вот он на Рылгане. Сейчас опасно. Сюда прыгать нельзя. Он тебя Рылганом подстрелит. На нахуй. Опять надо спамить, спамить, спамить. Чтоб Рылган. Что? Тебе пизда. Здесь притык ракету. Сейчас сразу на шаут бежишь. Ой, на мигу точнее. О, блядь. На красный тогда надо бежать. Он на мигу. Он на миге. Блядь, ну... Смотри, смотри, запоминай, еще раз тебе объясняю, Руби. В 33 секунды, если тебя убивают до первой миги, либо до красного, следующий. В 33 секунды, если тип бежит на мигу, ты должен быть на красном, понимаешь? Чтобы хоть как-то разменяться. В любом случае, если он тебе даст дэмэдж на следующем айтеме, ты все равно его заберешь, понимаешь? А ты сейчас вот мог зайти в телепорт и забрать красный. По итогу ты пошел другим путем, хуй пойми каким, и ты остался без всего. Он опять забрал красный мигу на контроле. Оп, здесь шафтиться надо. Все, попал в 100. Шафтить надо было, блядь. Он сейчас идет на Рылган, у него преимущество Рылган сфера сейчас. Вот опять попал. Сейчас надо было... Ты ему 150 дэмэйджа дал. Он сам идет, еще 200. Нахуй. Зайдет телепорт. Сейчас ты резаешься на Рылгане. Сейчас мигу надо ждать. Он с дуги сейчас пойдет. Мига твоя. Потом... Хорошо, попал. Все, у него нет хп. Сейчас здесь армор забираешь, потом красное. Ну ты ж, блядь... Ой, господи. Все, ты отдашь этот красный. Попал. Сейчас на шафт надо. У тебя шафта нету. У него там нет ничего. У него просто 100 хп. Ты же слышал то, что он гудит. Оп. Вот, еще попал, видишь? Сейчас убивать надо. Сейчас отдаешь ты мигу. Ой, господи, блядь. Ну что ж такое? Это, блядь, все, отдашь мигу. Нет хп, ты понимаешь, надо добивать. Ты же слышишь, бля. А-а-а, вот это вот. Значит, это у типа меньше 50 хп, запомню. Рокет джамп и убить. У него 100 на 50. Сейчас максимум. Вот, он сам к тебе идет. У него сфера. Здесь ракету надо притыкать. Лок лицом. Сейчас на шафте армор. Нельзя стреляться, я же тебе объяснял. Он нападает. Ну, пизду. Вот не надо прыгать. Сейчас красная. Сейчас красная. Он забирает мигу. Тебе на красный в этот момент надо бежать. Господи, он... И сейчас опять пиздит и мигу, и красный. Все. Ты опять без контроля. Ты в говне. Действия в игре вообще не те. Здесь надо послушать, он сам на тебя на мигу нападет. Он сам сюда прыгнет, смотрим. Вот он. Оп. Ты опять сам себя зажимаешь. Здесь должен убивать. Сейчас мига появляется. Потом посередине армор, потом красная. Вот здесь армор прям. Хоп. Ну с куда? Куда, блядь? Посередине армор сверху надо забрать. А ты пиздуешь сюда. А, в ебасоску. Просто неаккуратно действует. Сейчас он рокет-джам делает. Здесь надо уходить. Опять прыгаешь, ты умер, у тебя шотган еще убьет. На. Сейчас ты на шахте резаешься. На мигу нельзя идти, потому что там узкий проход. Телепорт надо на ракету идти. Еще с тебя ракетами запиздят. Оп. О, все, тебе пизда. Посередине армор лежит. Ты на ракете резаешься. Оп, вся красная. Надо было на ракету зайти. Чтобы ракету взять. Ты идешь сюда. Он заходит в телепорт. И либо целится из Рылгана с воды. Тебя в красную. Да, вот, оп, убил его. Сейчас на мигу надо идти. Он на шахте рез поймать. Оп, хорошо, еще можно сунуть. Сейчас можешь отдать мигу, если ты поломишься. Все, он дал мигу. Нет, он на джампад не залетел. Мига твоя, он на Рылгане. Все, убивать надо. Шафтом. Влево-право кнопку нажал. И... Вот, сейчас шафт. Добивать, добивать. Посередине армор теперь. Он на шафте резается. Попытаться подрейлить. Хорошо. Все, убивать. Так. Шафт. Ладно, еще попытаться подрейлить. Сейчас мига. Ладно, мигу забираешь. Он с дуги сейчас зайдет. Либо на ракету пойдет. Шафт. Шафт, блядь.
Все, теперь надо назад уходить. Ну вот опять. Ну, неправильно перепрыгнуть. До конца надо было шафтиться. Сейчас нерлган. Аптечку. Аптечку забрать обязательно. Меньше 90 убьет, видишь? Вот мог убить тебя. Неаккуратно. В левой кнопке вправо не штыркаешь. На. Видишь, ты не нажимаешь кнопку. Хорошо, он на рлга. О, ну он на шафте. Сейчас мега твоя, быстрее, он с дуги. Он просто пришел, блядь, с дуги на этот. Здесь забрал армор. Сейчас на шафт твои действия нужны. У него рлга на ракета. Ты занял позицию. Он тебя сверху может ракетами просто забить. Так и происходит. Оп, видишь, забивается ракетами. Ну, блядь, ты стоишь не в позиции, ухуй, он тебя рейлит. Уже все этот респаун, ну, выучен. Сейчас надо было шанс забрать и на джампад. Оп. Влево, право, понимаешь, нажимать кнопки. Сейчас руки джам будет. Вот он выходит прямо перед тобой. Нет, не выходит. Оп. Забрал. Он посередине. Слева же. Сейчас на ракету надо уходить. Что ты стоишь? Рлган гудит, шафт гудит. Вот что ты пытаешься сделать. Он же знает, где ты. Что ты стоишь? На. Хорошо, сейчас ракету взять и на красный. Ты опять без ракеты. Он тебя убьет сейчас. Красная, сзади аптечка. Потом ракета и на мигу. Блядь. Он мигу забирает. Но нет смысла идти. У тебя нет ракеты, понимаешь? Он сейчас тебя будет в узких проходах ракеты пиздить. Ты еще попал. Здесь армор надо забирать. Не нажимаешь кнопки вообще. Вот что ты делаешь? У тебя место меньше 90 на спину. Меньше 90, запомни, никогда, блядь, не стреляйся. Сколько можно раз это повторять? Ты бежишь сюда, он тебя шавчивает. На релган надо идти, размениваться. Он на красный, ты на мигу. Ты на мигу, он на красный. На. Вот опять, ты не нажимаешь кнопку. Ты видишь, ты просто не нажимаешь. Почему тебе на клаве влево-вправо не нажать кнопку? На. Где пизда? Красная лежит. Ты сюда уже не идешь. Что ты зажался? Господи, блядь. Сейчас надо на три болта идти. Он тебя сейчас опять шафтит, хуя. Он залетит сейчас со сферы, с дуги, блядь. И ебанет тебя с шафтом. Вот смотрим. Бежит. С дуги. С шафтом надо стоять. А, вот оттуда идет. И сфера ебала. Даже без сферы просто перестрелял тебя. Все, сейчас на красный. Куда, куда? Ну ты опять отдал позицию. Господи, блядь. Он опять красный, мигу пиздит. Ну вот ты бежишь, и он тебя шафчивает. Как нельзя никогда прыгать на шафт. Сейчас на шафте ресаешься. Прыгаешь на шафт, потом здесь у тебя 100 на 100, и надо на мигу идти. Он посередине. Вылетает на шафт. Назад выходить. Назад, назад, блядь. Вот, убить. Хорошо. Сзади мига появляется, но ты пиздуешь хуй пойми куда. Мига появилась. Смотри твои действия, и он тебя убивает. Ты отдал главное, и сейчас он опять на красный бежит. Смотри, ты когда должен появиться главный айтем, ты убегаешь от него. Зачем? Нахуя тебе эти 50 армора? Ты отдаешь позицию и все. Это полный бред. Ты делаешь ошибки одну за одной, одну за одной. Почему ты не можешь поставить позиции? Я думаю, что не надо думать нахуй. Я это говорил 100 000 раз. Если ты что-то будешь придумывать свое, у тебя нихуя не получится. Уже все придумано до вас, блядь. Ёбаные нубасы, нахуй. Уже 500 лет вот уже все придумано. Просто стоишь, ждешь, нахуй. Если вы что-то будете придумывать, у вас вы и будете сидеть, нахуй, на 1000 рейтинга всю жизнь. Уходить надо. Куда ты? Сейчас на шафте ресаешься. И на дугу надо уже бежать. У тебя хуевая позиция. На стриболты хотя бы. Стриболт надо было. Вот такой ситуевернее. Залетел на джампад на триболт. Триболтом поспамил. Чуть надкоцал. И тогда с шафтом выходишь, блядь. А так ты опять, вот видишь, вот бежишь, блядь, с дуги. И, естественно, здесь легче попасть, чем, блядь, если с триболта ты будешь выходить. На. И все. И он тебя начинает тыркать, ёт рулган. Здесь он уже с мигой, ты опять в говне, блядь. Здесь армор появляется. Ты 50 армора, у него, блядь, 100 на 100, он тебя убивает. Мига появляется, посередине армор. На. Сейчас на красную надо бежать. Вот он красный забрал. Ну... Просто ты проиграл не из-за стрельбы, а чисто из-за позиции. Ты отдаешь, вот видишь, ты попадаешь. Ладно бы ты не попадал в этого типа еще чего-то.
ракету, хуяк. И он все начинает кружить тебя, блядь, вертеть там. Все правильно делает. Хотя бы это и нубас, но даже такой нубас, он понимает, что надо выживать. Видишь, он с одним хп выживает. Сейчас вот здесь забираешь армор, потом красное. Еще попал. Все сразу на воду падает шафтом. А ты, блядь, видишь, ты отдаешь инициативу. То есть ты даешь шанс продохнуть ему. И он, естественно, спрыгнет. А ты мог сразу, когда попал 90, ты прям шафт в руки включаешь и бежишь на красную. Тем более у тебя прыг-скок, ёптать. Прыг-скок нажал, перепрыгнул ракету, забрал красную. Тем более он пищит. А так ты видишь, все, бах, он забирает, и тебе опять два уже надо попадать. Все, ты в говне. Да, на. 14-9. Ой, 14-5. Сюда прыгаешь, ты в хуёвой позиции. Он тебя сейчас шарчивать будет. Все, тебе неудобно. Ты опять попал. И вот так выпрыгивать никогда не надо. Надо с трейфами выходить. Они, когда ты прыгаешь, блядь, при перестрелке, в тебя легче попасть. Я это объяснял 100 000 раз. На шафте резаешься, он тебя будет рейлить. Вот видишь, ты не нажимаешь кнопки влево-вправо. То есть ты мог спокойно по уголку выйти там, блядь. Оп-оп, влево-вправо и не попал. А так ты просто одну кнопку нажимаешь и просто идешь. Во. Естественно, тебя просто тип даже, ну, не целится в тебя, он целится в определенную точку. И ты в определенный момент находишь, наверное, его прицел, и он просто клацает. Попал, не попал, вот так. Но тут тебя, блядь, просто человек, оп, разводит, блядь, как пачку юфы. Тут уже похуй, осталось 10 секунд. Сейчас сфера, ебала. Нет. Ладно бы ты, ну, там, по стрельбе как-то проиграл, ты чисто проигрываешь по позиции. О, тип бегает от миги до красной, бегал всю игру. И все. Вот опять видишь, он в позиции, ты из узкого прохода выходишь, он тебя шапчет, все тебе пизда. Как-то так.